Добрый день, друзья. Игорь Жабский представляет. Сегодня 3 января 2018 года. Очередная поездка по Покровке. Теперь мы едем в другую сторону. Вот мы с улицы Завитой сворачиваем на 50 лет Приморья. Движемся в сторону выезда из Покровки. Посмотрим немножко. Это вот у нас, кто помнит, знает Покровку, это Искра. Погода теплая, солнечная. Дороги чистые. Вот впереди мы видим строящийся, не знаю, там ресторан, не ресторан, Фуасин. Китайцы строят. Заправка, автостанция. Выезжаем на улицу Пионерскую. Машин мало, народ до сих пор еще отдыхает, гуляет. Мы решили съездить во Владивосток на елку, посмотреть праздничную площадь Владивостока. Сейчас вот у нас кинотеатр 3D Нива. Дорога прямо, это Струговка, Галенки, Липовцы. Мы поворачиваем направо, выезжаем на улицу Комсомольскую. Который выведет нас из Покровки в сторону Уссурийска и дальше во Владивосток. Хорошо, конечно, то, что снег выпал 31 декабря, немножко порадовал. Хоть видно, что зима, пусть немного, но тем не менее беленький снег лежит. Год начался теплой погодой. Будем надеяться, что и в дальнейшем будет погода теплая. Январь пройдет быстро, февраль короткий и весна, потом лето. Вот и все. Как говорится, стоит только Новый год встретить, и весна не за горами. Вот мы практически уже в конце Покровки. Время. Выехали, вот наша стела, вот она, Покровочка, наш проводила. Так что, друзья, пока, до новых встреч.